Всем привет, с вами Сид, и мы продолжаем проходить Пайн. Так, смотрите-ка, в чем дело. Я тут немного без записи побегал по Пайну и насобирал еще одну. Нашел я сферу, и я нашел все-таки эссенцию Кастамола. Последнюю, которая у меня была необходима. И я могу теперь сделать вот беглитовый щит. Давайте я сразу его сделаю. Отлично. Так. Теперь встанем сюда, чтобы здесь поярче, покрасивее. Снаряжение, и вот он. А, надеть. Ничего себе, он здоровый. Вообще здоровый. О, но он очень много силы, да, требует. Действительно. Так, ну хорошо. Все. Убирай предметы. Пойдем к малышу. Так, ну у нас остается, по идее, только шлем. Я думаю, что малыш мне сейчас даст шлем. И я буду полностью укомплектован. Весь комплект брони беглитовый у меня будет уже. Это круто. И, наверное, я уже смогу идти выполнять вот эти вот задания все. Моя мечта, наконец, сбылась. Ты только взгляни на это, маленький человек. Последний элемент брони — беглитовый шлем. Теперь твоей маленькой голове ничего не угрожает. Теперь ты станешь практически неуязвимым. Спасибо, а ты наслаждайся своей коллекцией, малыш. Спасибо, маленький человек, навещай меня. Ага, и достижения дали. Так, хорошо, пойдемте выйдем. На улице хороший яркий свет. Там как раз и посмотрим, как мы выглядим в полном комплекте. Ну, щит, конечно, вообще здоровый. Так. Ну-ка. Ну ты, конечно, теперь боевой. Да, неплохо. Так, что у нас получается? Теперь осталось выполнять задание, да? Погнали. Хоп-хоп-хоп. Дерутся, смотри-ка. Делать им нечего. Так. Можно меточки поубирать, а то они что-то мне надоедают. Все вроде, да? Осталась только золотая. А нет. Там есть еще одна. Вот она. Ой. Угу. Ну погнали. Так. До предела улучши деревню болотный приют. Приручи белозлоба, который поможет защищаться от атак. Помоги угнанному племени захватить окрестные деревни. Зажги маяк на башне в южной части района вязкие заросли. Иди сюда. Пойдем со мной. А куда нас ведет это задание?
Маяк зажечь? Наверное, она приведет меня, чтоб я зажег маяк, да? Ладно, разберемся. Так, не обращай внимания. Он, походу, драться остался. Ну да ладно. До предела улучшить деревню. А у меня есть, по-моему, консервации. План повышения эффективности. По-моему, вот это. Достигают нового этапа развития. Действие в течение 5 минут. Ну-ка, попробуем. Ой-ой-ой, высоковато. Так, как бы нам здесь спуститься? Иди сюда. Пойдем со мной. Ну да, надо маяк зажечь просто и все. Я не вижу особого смысла там улучшать до предела или помогать им захватить соседние деревни. Смысл от этого, ну, не особо много, я думаю. Мне так кажется, конечно. Может быть, я и не прав, но... Угу. Ну, придется тебя убить. Я не знаю. Да что же вы лезете сюда, а? Сами нарываетесь, так бы были живы. Так, сразу бедро скушаю одно. А здесь надо прыгать, да? Что-то он завис. Эй. Так, запрыгнули. Блин, темно, ничего не видно. Что теперь? Так, я открыл дверь, хорошо. Ничего не видно. Хоть глаз выколи. Как быть? А у
меня факела никакого нет. Ну-ка. Нету, да, факела? К сожалению. И внутри факелов никаких нет. Я вот прям ничего не вижу, никаких подсказок, что делать. И что мне теперь, дожидаться утра? Ладно, давайте сходим в болотный приют. Отдадим им улучшение. Это ночь. Очень темно в этой башне. Не знаю я, что делать. Так, где? Ну, будем надеяться, что это поможет им. Так, а что мне, кстати, по стрелам? Что у меня? О, стрел-то нету. Есть у вас стрелы в продаже, а? Ребята. Так. О. Отлично. А я тебе вот так. Раз чего деревню есть, отлично. Да вы крутые становитесь. Ну-ка, давай поднимемся, посмотрим на их постройки, как они выглядят. А ну-ка. Ну да, неплохо так. Неплохо. Молодцы. Так, а ночь не собирается, да, заканчиваться у нас? Что у меня, кстати, по карте? Вроде как все загадки, которые я когда-либо видел, вроде я их даже пооткрывал уже. Может, я, конечно, ошибаюсь? Ну, не знаю. Ой, отстань. О, более-менее светло стало. Ну что ты сюда пришел, а? Кто ж тебя сюда звал? Так, что делать? Не вижу пока ничего. Так, ладно. Ха-ха-ха. Иди за мной, буду на тебя прыгать. Ты подошел? Ха.
Хорошо. Эй, камера. Ага. А как подняться? Ой, чё ж я туплю-то? Подойди сюда. Да ё-моё. В узких помещениях камера, конечно, так себе. Это мы забираем. Так. Все, я зажег, получается, да? Болотный приют. Поговори с вождем этой деревни. Пойдем. Пойдем поболтаем. Так, хлопушка. Растяжка, хлопушка. Если выше. Пойдем поболтаем. Я так понимаю, что близится конец на самом деле этой игры, потому что, наверное, мы сейчас поговорим о том, чтобы нам сопроводить племя мое туда. И по идее на этом все закончится. Мы обретем новый дом и все будет хорошо. Так, а как к вам зайти-то? Где дверь-то была? Где вход? Должен быть вход. Вот он. Привет. Так, ну чё, поболтаем? Что ж, к нам приближаются налетчики. Защити деревню от налетчиков других племен, защищай деревню от налетчиков других... Да? Чёрт. Мне бы... Оу. Я не вижу. Ага. Серьезно? На тебе, по жбанам. Ну, дерись. А ты будешь драться?
Спасибо. Это не весело. А мне надо сделать эту штуку, да? А где она? Вот она. Валун. Мне нужен два валуна. Где их взять? А где у них драки-то были все? Где они подрались? Как они сюда зашли? А, скажите, пожалуйста, мне. Слоны. Как они зашли и где они подрались? Почему не видно лут от павших? Как я мог их пропустить? Очень, я вам хочу сказать, логично построено задание. Может, его правильно они сделаны, но как-то все равно неудобно. Еще, блин, ночь, блин, нифига не понятно, где чё, куда идти. Вот где мне сейчас валуны искать? Ой. Это не то. Ничего не поделаешь. Надо искать валуны. У них же тут, по-моему, нету ничего такого. Да, по-моему, нету. Блин, я ж расстроился. Не очень, конечно, все получилось. Так, это у нас что? Ай, отстань. Валун. Спасибо. Есть еще. Так, выведите. О, сфера. Ну, она уже, наверное, мне не пригодится. Потому что я уже все, что можно, понаходил. Все, что можно, получил. Дайте еще валун один. Будет круто. Так, тут вижу графит. Да, валуна, к сожалению, нету. Грусть и печаль.
Так, это камень, да? Зубной. Угу. Это не валун. К сожалению. К моему великому сожалению, это не валун. Так. Что у нас здесь? Яичко я заберу, пожалуй. Дайте валун еще. Сколько можно бегать? По-любому где-то у вас есть. Ой. Ой. Не тони. Тут где есть? А морские котики здесь есть? Где-то были, но нет почему-то их сейчас в данный момент тут. Достали бы мне валун откоп. О, вот они. Может, вы мне откопаете валун? Эй. Пойдем. Может, ты мне откопаешь валун в ваших могучих кучках? Где-то тут я видел. Вот, например, смотри. Может, вот здесь? Ну, чё ты прям на ней стоишь? Молодец. Кость не интересует. С широким наконечником. Ой, неужели из-за простых валунов я сейчас затормозил всю игру. Здесь, кстати, загадка. Что тут внутри? Заходи. Что тут? Ого. А вот тут я видел, воткнуть можно. И... Так, а можно не тратить вот такие стрелы? Есть простые, вот, надеть. Спасибо. Спасибо. Сапоги охотника, задумка. Ясно. Но это не дало мне валуна. Мне нужен валун. Дайте, пожалуйста, мне просто валун. Я буду крайне доволен.
чувствую я, валуна я в этой игре не найду больше ни одного. Обыкновенного валуна. Ой, да хватит вам кричать. Видишь, крикуны. Так, а здесь деревня, да? Ну да. Это деревня, в которой мне и надо показать, что здесь сюда надо прийти, надо воткнуть колышек, но на колышек нам нужен валун. Будь он не ладен. Ладно, хорошо, давайте пока на этом остановимся. Я найду валун за кадром, приманю их. И уже в следующей серии будем пробовать выполнить это задание. Вот здесь, кстати, валун-то и появится. Ё-моё, надо только дождаться. Вот. Ну что ж, хорошо, давайте пока на этом остановимся. Оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи, друзья!